Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем выживать 7 Days to Die. Продолжаем выживать. И у меня паника. Паника. У меня паника, что делать? Что делать, я не знаю. Ягодок поесть, что ли, с расстройства? Я вот тут начал уже строить всякие укрепления. Так, что-то ягодки вообще не восполняются. Еле-еле. Я начал здесь застраивать, но вижу, что смысла особого нету здесь застраивать. Лучше вот здесь вот как-то надо. Укрепимся. Так, еще молоток. Где? Сонная акция. Укрепляемся для того, чтобы первую ночь прожить. Вот так поставим. И... А, нет. Ну вот так поставим. Все неплохо. Есть. Здесь можно вообще сильно укрепить. Вот отлично. Так, теперь нам нужно. Теперь нам нужно что сделать? Делаем еще. Еще wooden фреймов. Забаррикадируемся вот здесь за решеткой, будем сидеть. Надо закрыть окна все. Время 18:00. У нас есть 3 часа. 3 часа. Так, wooden frame. Фрейм. Так, 10 штучек делаем. Что-то очково становится. Так, здесь я закрыл уже, с этой стороны. Вот здесь надо теперь нам тоже перекрыть все. Так, готово. Еще один. Готово. Делаем. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Так, здесь вроде как неплохо все. Укрепляем. Хотя бы на разик. Отлично. Так. Дверь. Так, смотрим. Где нам еще сделать? Где нам сделать еще? Так, 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 так. Нет, это оставим. Еще wooden фреймов. Ой, как темно-то становится. Все, заходим. Ну давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. И если что, потом вот здесь вторая линия обороны будет. Потом, если что, вот здесь вот. Потом, если что, мы вот здесь вот перекроем. Так, банки нам особо не нужны. Факел как-то не особо освещает, да? Что-то. Ну, время 11. Ну, ночь, в принципе, достаточно быстро пролетает. Так, 8. Пока что займемся крафтом. Я думаю, что особого смысла здесь сидеть нет. Поэтому мы с вами... Так, вот дубина. Вторая дубина. Пока ночь идет, подготовимся. Собираем все необходимое и дергаем куда-нибудь дальше. Задумка такая, что куда-то в центр карты, где был у нас магазин. Магазин, там склад, он же именно строительного инструмента. Туда мы валим. И где-нибудь там рядышком построим домик себе. Где-нибудь рядышком там себе построим домик. И будем там жить, поживать, добра наживать. Ну, первая ночь, я думаю, у нас должна пройти спокойно. День-два. Делаем побольше этих вот фреймов, потому что у нас грядет постройка дома. Еще вот эти потом соберем перед тем, как свалить отсюда. Ну, вроде как тихо, никто не рычит, никто ничего не ломает. Поэтому... То ли сплюнуть, то ли не надо. Так. Факелов надо еще сделать нам. Все необходимые инструменты, скажем так, не инструменты, а... Так, палочки. Палочки... Подожди. 60. 64. Так, есть. Что мы еще делаем? Кровь. Блин, вот это вот воняет, конечно. Не совсем круто. Так, кэмфайр. Кэмфайр по дороге-то мы по-любому найдем ведь. Правильно ведь? Поэтому ставим. Кладем это, кладем вот это. А дрова я все сжег, да?
Прекрасно. А дрова я все потратил. Дубина может быть горит. 13 секунд. 23 секунды. Ну, давай. Хотя бы одну бы пожарить. Палочек много, в принципе. В принципе, много палочек. Огонь такой шикарный стал. О, мяско. Мяско. Минута 0.4, да? Еще одну. Нет, еще одну. Все хорошо, мяско готовится. Так, таблетки, жетоны, вот это нам точно надо. Стекла. Постольку поскольку. Бензин нужен, редкая вещь. Так, палочки нужны. Жир как-то можно будет переработать. Это надо будет переработать, вот это. Это надо, это надо. Это надо. Из этого как-то факелы надо сделать. Как-то факелы надо сделать. Так, и время уже все. Ночь пошла. Шикарно. Друг, ты меня раздражаешь. Поворачивайся, он-то меня пугает. Так, банки пустые. 15 банок. Хавка. С хавкой проблема. С хавкой у нас проблема, господа. С хавкой проблема, надо что-то с ней решать. А, фу ты, о чем я говорю, вот же у нас будет. 9 свинины. Так, это мы забираем. И смотрим. Кожа нам нафиг не нужна. Факелы. Торч. Торч. Блин, вот это вот... Сало вот это переработанное я взял, но надо его перерабатывать, поэтому... Пока что смысла не имеет. В принципе, время 7 утра, можно потихонечку двигать. Так, здесь я все, в принципе, посмотрел. Погнали. По чуть-чуть. По чуть-чуть благословясь. Так, смотрим. Нам с вами надо куда-то... Куда-то вот сюда надо попасть. Ставим вейпоинт и погнали. Вот эти завывания ветра мне не очень нравятся. Так, ладно, будем иметь в виду, что здесь... А хотя, ребята, нам же нужно еще сделать кровать. Кровать надо сделать. Погнали, камни нам тоже нужны. Камни по дороге тоже будем собирать. Ну вот мне чем нравится эта игра, прям прикольность. То, что атмосферу... Кто где топает? Вон они, ходят. Атмосферу... Да что ты вот как... Как раз про атмосферу. Атмосферу делают такую, что реально сидишь, играешь, и прям мурашки бегут. Зомбари орут, ветер воет. Блин, круто. И у нас новое обновление, в нем сделали... В нем сделали физику стрелам. Так, толстый, может быть, ты что-нибудь хорошее дашь мне, а? Да. Погнали. Сделали физику стрелам, то есть теперь нам надо стрелять немножко выше. Стрелы летают по дуге. Прямо как из лазера, уже бить не получится. Подлюки здесь ходят. Так, это мне не надо. Валим, 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 валим. Фу ты, все это вроде... Злополучный ветер. Прошел. Или утихли. Или что с ним случилось. Или в новый биом мы прибежали. Ну, в общем, что-то поменялось. Это не может не радовать. Так. Пока что все берем. Да что ты, я криворукий. Это собираем. О, тут и спальник как раз есть. Спальник берем. О, cooking pot. Великолепно. Так, hunting rifle pads. Штаны. Нас никто не видит. Штаны. Классно.
Только бы их починить. Картошка. Отлично. Банки мяса. Круто, но не сейчас. Hunting rifle. Вот дубина. Дубина нам пригодится. Банки. Там ничего нету. И у нас вот эти палатки сделаны из ткани. Масло. Еда. Еда. Класс, надо ткани набрать. Так, смотрим. Так, давайте-ка вот так сделаем. Выложим пока траву. Это заберем. Делаем вот так и вот так. Есть. Одеваем штаны. Кто-то где-то топает еще прям рядом. Блин, надо валить отсюда, короче. Все, варим. Ну, они прилюки ходят. Горящий. Ну-ка, дубинку. На-ка, с первого удара. Так. Гвозди забери свои. Еще кто-то где-то. О, классная дубина. Порох. Порох это шикарно. Это вот для этой штуки мы сделаем с вами. Так, что бы выкинуть? Давайте. Патроны мы не скоро будем делать, поэтому выкидываем. Погнали. Камешки. Берем. Эх, какие-то пролагивания. Так, в принципе, на дорогу мы вышли, да? Свинья. И нам нужно вот туда. Куда-то в эту сторону нам надо двигать. Так, а в принципе, все забираем. Вон они, горящие ходят, засранцы. Дымящиеся засранцы. Ой, дубинка какая хорошая. Ой, это прям вообще горит. Так, доски. Доски, берем. Так, еще лопата. Еще лопата, ну пока возьмем. Да блин. Все, погнали. Свинья, беги. Тут опасно. Так, и вот он дом, в котором мы жили. Все то время, да? Вот он дом, в котором мы жили все то время. Ну как-то он сейчас выглядит прям вообще. Мне не нравится, как он сейчас выглядит. Абсолютно не нравится. Что-то у него сломалось, по-моему. Так, со всех сторон что-то. Со всех сторон топает. Блин. Окружают демоны. Подождите. По одному подходим. Так, 9-й уровень. И здесь. Так, время 8:30 утра, да? Может быть, мы здесь переночуем? Закрыто. Так, смотрим, у нас никто не охотится. Это не может не радовать. Что можно выкинуть? Проблема. Можно выкинуть лук, можно выкинуть стрелу. Как-то вот так вот. Делаем топорик себе. И пытаемся войти. Хотя, может, через верх можем войти. Тоже закрыто. Так. Как-то вот так надо присесть, чтобы видеть, когда нас палят, когда нас не палят. Так,
Отлично, заходим. Так, смотрим. Кстати, попить бы не мешало и поесть. Класс. О, wellness плюс один. Так, банки. Не, банки мы на кухню вот здесь вот скинем. Где-нибудь в холодильнике. Мало ли, вдруг бегать будем. Как раз 15 восполнили. Блин. Так, надо что-то скинуть. Надо что-то скинуть. Доски. Переделываем в палки. И, так, спальник нам нужен. Это все нам надо. Ну вот металл какая, весь этот алюминий. Не особо. Алюминий весь этот как-то не особо, он, конечно же, нам нужен. Давайте пока оставим его здесь. Что еще можно скинуть? Кровь, наверное, тоже не нужна. Как-то не особо. Стекла, я думаю, тоже нам особо не нужны. Бумага. Бумага тоже оставим. Ну и в принципе все. В принципе, это что, витамины? Ну. Так, это нам не надо. Ну эту дверь мы замучимся ломать, конечно, наверное. Терзает меня такое чувство. Вот. Блин, детский плач тоже здесь. Вот. Тоже не круто. Ветрище, детский плач. Да, топорик. Топорик стал ломаться очень быстро. Так. Ну я помню, что там был сейф. Большой сейф. Может быть, там будет оружие какое-нибудь. Посмотрим. О! Классно. Берем. Так, 15 патронов есть. И еще 6 запас. Бумага, кубки. Тут тоже все закрыто. Ну давай уже. Был бы какой-нибудь навык там взламывать бы эти двери бы, да? Было бы шикарно. О, о. Отлично. Сейф. Надо было стоя. Если сидеть, то взлом и все, ну, в смысле, вот этот поиск идет гораздо дольше. Бесшумно, но дольше. Так, что у нас тут? Pistol Receiver. Shotgun Hunting Rifle. Pistol Barrel, Pistol Barrel. Ну, блин, это все классно, конечно, но... Это все в металл. И чё? Где наш металл? 13? Количество 3. Один. Три. Есть. Ну вот эти приклады. Приклады эти оставим, как бы они нафиг не нужны. Поэтому порожняк, конечно, но тем не менее. Погнали. Погнали. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Банки. Банки, наверное, возьмем с собой. Сейчас мы, наверное, сделаем как? Я, наверное, их наполню. Благо, здесь есть где. Ага, толчок тоже закрыт. Хотя нет. Ну, вообще нифига нету. Так, наполняем банки. Все, и валим. Здесь я тоже оставаться не хочу. О, привет. А если вот так? Ну, оборзевший. Оборзевший олень. Так, кожа. Мясо и жир. Кошмар.
Так, и валим мы куда? В какую сторону? Так, нас никто не видит. Валим мы куда-то... Похоже, наверх, наверное. Там уже по-любому был лес. Там по-любому был лес уже, нормальный, человеческий, зелененький лес. А вот здесь вот с таким пейзажем я больше не хочу оставаться. Вы только посмотрите. Если это как-то облагораживать, то это замучишься. Ну и вот, классно, все, у нас здесь начинается уже лес. Так, камушки простые надо насобирать там. Мне нам пригодятся. Очаг я скрафтил, конечно, но тем не менее. Че ты ходишь? Ну и тебе на. Всем достанется. Банки. Да. Травы еще надо. Надо травы насобирать. Вот же у нас лопата есть. Ну как круто, а? Арбалет надо сделать еще будет. Так, это мы в город пришли, да? В город мне точно не надо пока что. Там этих зомбарей будет. Хорошая вещь, как называется? Speak it club. Надо будет запомнить. Идем тогда на запад. Ну вот более-менее лес нормальный. Вот здесь я еще согласен жить. Здесь я еще согласен жить. Может быть еще напарничка позову своего. Надо как-то выживать будет. Так, погнали. Отдохнули и погнали. Так, речку помню. Давайте посмотрим. Где-то у нас дорога шла еще одна наверх. И на перекрестке где-то. Ну, я думаю, что где-то здесь. Камни, камни, камни. Время собирать камни. Так, майка. О, классно. Подходит, подходит. Великолепно. Берем. Погнали дальше. Ходят мерзавцы. Порох. Порох, это круто. Это патроны для нашего мушкета будут. А там какой-то... Прям облака, смотрите. Интересно, облака двигаются, погода меняется. Обосраться, вы только посмотрите, даже облака идут. Ну круто. Мне реально очень нравится, как игра меняется. Так, вот это я тоже помню, но не помню, где это было. Ну, не помню, где это было. Реально не помню. Так, что тут происходит? Хватит тут ломать все. Не тобой построено. Не тобой должно быть разрушено. Доски. Доски нам пока не надо. Я помню, что была дорога... Дорога была такая, на север она шла. Блин, неужели я пробежал? Или от церкви от этой надо было на север идти? Я еще магазин где был. Так, время уже почти 11. Время почти 11.
куда-нибудь повыше бы залезть. Смотрите, за оленем пытается догнать оленя. Ага, так он ему и дался. Ты не увидел, блин, пугает. Так, ну впереди что-то непонятное. Какое-то озеро. Так, озеро. Озеро, озеро, озеро. Вот я не помню, где был этот магазин. Чертов. Вот хоть убейте меня, не помню. Но где-то он был. Где-то он был. Там рядом мост. Мост через реку. Вот через эту. Вот здесь что ли он? Блин. Пробежал, похоже. Ну, валим. Заодно обследуем территорию. Посмотрим, как здесь и что есть. Так, нам немножко вот туда надо. Ну, дубинка, конечно, классная. Сейчас определимся с местом. Определимся с местом, где будем жить. Где будем строиться. А дальше уже будет видно. Так, еще озеро. Я не помню это озеро. Хотя, вот давайте-ка. Сейчас до дороги. Так, вот у нас дорога, она идет куда-то туда. Большой квадратный магазин, где же ты? Хризантему. Не видел я еще таких цветочков. И вот, похоже, что и требовалось доказать. Фу ты, блин, ты откуда взялась-то? Давайте. Здесь надо отстрелять их. Блин. Один патрон зря потратил. Уровень 10. It's over. Патроны закончились. Ну мы в принципе, смотрите, сколько их перещелкали. 15 патронов в обойме. О да! Это то, что мне доктор прописал. Кирка. Ха, по-новому выглядит, но тем не менее. О, нифига себе. Трупы превращаются в хрен пойми чего. Так. Working Steve Tools. Тачка-то у нас что, проверила, нет? Вроде как... Гильзы не нужны. Банки пустые. Банки пустые особо не нужны. Пускай пока это все лежит. Дрова нам сейчас понадобятся. Ну и первую ночь, я думаю, здесь, наверное, надо прожить. Вернее, вторую. Время обед. Здесь будет куча инструментов. Молоток, доски. Красно.
прекрасно. Так, мясо выкладываем, шкуры выкладываем, доски берем, доски берем. Молоток. Пистолет тоже выкладываем, пока без патронов нам он бесполезен. И давайте-ка будем определяться, где мы будем строиться. Я хочу в непосредственной близости вот этого магазина, чтобы нам раз в три дня бегать сюда лутаться за инструментом, за всяким. За теми же самыми фреймами и всеми остальными. Вот, наверное, на север надо уйти к реке. Так, это куда? Это туда. Куда-то туда. Так, давайте здесь поставим waypoint и погнали. Вот, еще один мост. Еще один мост. Свиноты. Я думаю, что я буду строиться. Но строиться буду немножко в стороночке, скажем так. О-о-о. Так, кукурузные поля, да? Кукурузные поля, топор. Круто. Блин. Классно, еще порох. Так. Как же быть, что же выкинуть? Топор, это тоже круто. И можно где-нибудь, в принципе, вот здесь и построиться. Где-нибудь вот здесь и построиться, да? Кукурузы в вагон будет. Или нет, мне здесь не нравится. Надо где-нибудь, наверное, вот с этой стороны реки я построюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям под жопой осыпается. Где-нибудь вот здесь, наверное, я построюсь. Где-нибудь вот здесь надо строиться уже. Ну, я думаю, что первую ночку. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, как-то вот так вот. Так, 12 осталось, да? Так. Смотрим, что нам надо. Нам надо с вами фрейм. Wooden фрейм. Молоток — это вообще тема. Ну. Ну. Так, нас никто не палит. И у нас будет дом. У нас будет дом. Крутяк. Делаем еще. Пока что, временно. Сюда. Отлично. Так. И здесь будет вот таким образом.
вот так. Угу, деревяшек уже нет. Так. Погнали. Да нифига себе дерево. Обделаться. О! Это что такое было? Это что такое было? Так, земля. Семечки выкидываем. Сколько у нас? 7. Нифига себе так-то. Свинья там скачет, чехарду устраивает. Ну все, ребята, продолжим в следующей серии. На этом я буду с вами прощаться. Я сейчас немножко займусь постройкой дома. Увидимся в следующей серии. Не забывайте ставить пальцы вверх, оставлять комментарии. И с вами был Серега. Вот так. Всем счастливо. Всем пока-пока.